родилась идея оказания психологической помощи волонтерам в период ковида, когда ребята оказывали помощь в доставке лекарств, продуктов питания, часто сталкивались с агрессией людей, с их изоляцией, и необходимо было что-то с этим делать, чтобы наши волонтеры, как говорится, не посыпались. Для того, чтобы понимать, что с нами происходит, мы должны понимать, как это работает. И сегодня на встрече мы будем очень много говорить о психологии, понятным для людей языком. Меняет мировоззрение, потому что сегодня достаточно много узнал о психике человека, как мы себя ведем и сами этого не замечаем в обществе. И оказывается, то, что я тактильный человек, об этом раньше тоже не догадывался, но благодаря сегодняшнему дню уже знаю об этом. Мы сможем получше работать с людьми, потому что сейчас есть понимание, как человек вообще себя ведет в обществе и как ему можно будет помочь преодолеть какой-либо порог.